помните, мы с вами встречались с открытками? С какими цветами мы встречались, помните? С клематисом и розой. Да. А вот совсем недавно вышла вот такая открытка. Как ты догадался? Тюльпан! Я предлагаю сейчас встретиться вот с самим рисунком, с самим цветочком. Цветок всех радует. Он открыл свои пески и хочет всех-всех порадовать нас. А мне цветок нравится, что у него только три лепестка. А мне цветок нравится, что на нем три лепестка. А мне нравится этот цветочек. Он такой нежный. А я помню... Такой будет яркий. А я помню картинку цветного такого. Да. Он такой жёлто-красный. Лиза, что-то тут написано. А вот сейчас мы прочитаем. Знаете, а я вот когда смотрю на него, такое ощущение, что он нам открыл все свое сердце. Вот так вот. Дарит так щедро-щедро всю свою глубину. Мне понравилось, что у него такая серединка, как такая каруселька, как да, солнышко. Как лучистое такое солнышко, да, и тычинки во все стороны. Мне здесь нравится, мне нравится, что эта серединка, как солнышко, а в нем такой треугольник, и еще мне хочется его поскорее раскрасить. Давайте, интересно же знать, какого он цвета. Да. Перевернем и прочитаем. Триумфальный желто-красный. Триумфальный. Триумфальный значит такой победоносный, праздничный, однозначный. Смотрите, сколько мы с вами новых цветов узнали. Пурпурно-розовый, глубокий красный, триумфальный желто-красный. Представляете? Ну что, у меня предложение, давайте скорее встретимся с цветной открыткой. Триумфальный желто-красный. Ой, смотрите, знакомый цветок? Да. Знакомый. Вот что значит триумфальный желто-красный. Смотрите, какой он красивый. У него серединка желтая. Серединка желтая, а вот прожилки у него, смотрите, где-то ярко-красная, а где-то не так ярко, да? То есть надо будет внимательно-внимательно посмотреть. Ну что, я предлагаю нам скорее приступить. Пурпурно-розовый. Вот. Нам нужно обязательно красный, желтый и зеленый, да? Лепестки, да, желтым, да. Да. Лиза, смотри, как у меня получается. Здорово, Данил. Тебе надо еще рассказывать алым. Вот. Лиза говорит, что еще алым надо раскрасить. Вспомнить. Забежал спрашивать. Да, классно. Можно открыть кулинку? Сейчас. Здесь вот что-то. Лиза, закрасьте. Лиза, закрасьте. А какой следующий? А вот давай посмотрим, сейчас у нас как раз открытка. Зачем здесь? Довольно резкие переходы. Угу. Лиза, смотри. А вот тут красный, я красный. Угу. Давай солнечного чуть-чуть добавим. Лиза, где тоже цветочки зеленым? Что? Где тоже цветочки зеленым? Где зеленый? Да, вот зеленый. Вот, ну, знаете, дети, тут главное не переборщить, а то у вас случайно из триумфальной желто-красного получится триумфально, да, зеленый. Это цветочек, он как солнышко, вот, солнышко, вот у него лучи. А мне понравилось, что он такой ярко-ярко, красный с желтым. Мне понравилось его раскрашивать, потому что он радостный, как я. Вот. А еще этот понравился цветочек, что я его раскрасила вообще до конца. Умничка. А мне понравилось, что этот цветочек такой щедрый, радостный и всем-всем дает свою любовь. Мне понравилось, что этот цветочек, он как огонь. Он очень разный, как огонь. Он всех радует своей радостью. Такой огонек радости, да? Да, он как сам огонек. Угу. Согласна с тобой. А мне очень понравилось в этом цветке то, что здесь он, вот как Гера сказал, очень открытый и огненный. Как. И он всем рад помочь, как он красивый. И он красотой радует. Да? Да. У меня тоже звучит с Гером как
пламя. Может даже так, к сердцу человека. Знаете, пламенное сердце. А мне понравилось, что когда ты рассказываешь, ты свои, ну, свою прямо ценную доброту. Выражаешь, да? Да. Угу. Как такой яркий, радостный фонарик. Ну, давайте мы стараемся, да, чтобы мы идем в занятия. Да. Как радостные, активные участники, которые побывали в сказке, видели с радостным цветочком.